Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Всем привет. Меня зовут Ведьмак. А вы смотрите прохождение Mirror's Edge Catalyst. И мы в канализации. Как выяснилось, одна из двух серий, которые я записывал до этого, потерялась. Там у меня просто записался черный экран. Точнее, не черный экран, а буквально 4 кадра на часовое видео. Короче, такая бодяга. Звук нормально записался, видео нет. Вот, в котором происходили события, связанные с захватом Ноя и убийством бегущих. В общем-то, мы там отправились спасать Хикара. Нашли его, спасли, и когда возвращались на базу, выяснили, что войска Крюгера нападают. Их ведет вот эта вот баба в белом, которую мы в предыдущей серии захватили. И которая, как я предполагаю, никто иной, как дочь. Никто иная, как... Почему дочь? Сестра Фей. Которая... вроде как погибла, по ее мнению. Я думаю, ее Крюгер в свое время поймал и воспитал. Вот. По всем данным, Ной погиб. Его тело запаковали в мешок и утащили на вертолете. Ну, не знаю. Может быть, это факт, может быть, это не факт. Никто ничего толком не знает. Ну что ж, мы пока работаем на эту бабу. Его захватили в предыдущей серии «Женщину в белом». И сейчас... будем думать, что делать дальше. Ребекка ее зовут, я не могу запомнить ее. Какая-то она не очень. Breaking news. Да, а ты все-таки боец. Я боялась, что ты выбрала путь своих родителей. Пойми меня правильно, они хотели как лучше. Но наш мир не был готов к их идеалам. И сейчас не готов. Я хочу поговорить с ней. Не сомневаюсь. Трофей у нас роскошный. О чем это ты? Посмотри новости. Она кашляет даже, видите? Видимо, осталась с детства после того, как отравилась газом. Пришли еще меня допросить. Четверых моих отправила в лазарет. Мы знаем, кто ты. Тогда предлагаю меня отпустить. Может быть. Живой или мертвый зависит от того, что предложит в обмен твой отец. Разве Крюгер умеет заботиться? Ты была в Элизии? Это ты убила моих друзей. Они были паразитами, как и все вы. А ты инструмент. И еще и сломанный. Да вы же похожи, блин. Неужели этого не видно? С меня хватит. Помаринуем ее немного, а нам с тобой надо поговорить, Фейт. Вот зачем было произносить имя? Теперь она знает больше, чем нужно. Вы ее даже не приковали, блин. Она любого может отоварить и сбежать. Ты там? Тупость. Намат? Ты жива? Я видел новости. Неужели они? Они. Да. Они, да. Черт. Как они рядом с логовом поставили антенну. Да? Вот негодяи! И тут уже чемоданами торгуют. Да что за народ, блин? Нет, хер тебе так. Ты что-то хочешь? У тебя есть побочное задание, я смотрю, да? Ой, я не даже нажал... на сопротивление. У меня революционный настрой. Ну, возле Хейл-Сити есть один пищекупол, где нужно спровоцировать рабкаста на бунт. Я думала о чем-нибудь ближе к дому. Наша борьба касается всей каскади, Фейт. Мы пытаемся создать лучший мир, в котором Ной был бы сейчас. Не вмешивай его в это. Не принижай нашу борьбу. Договорились. Вообще-то да, задание для тебя есть. Нужно, чтобы кто-то установил перехватчик данных на антенну связи настройки. Задание прямо как для меня. Точно. Вот перехватчик. Где? Я отправлю тебе координаты. Это хрень? Флешка! Окейшки. Понеслась. Нам нужно побольше пакетов. Нахера? Таких же безбашенных, безответственных бегущих? Вот и нет Ноя. Хайди. Так странно. Мне его будет не хватать. Я знаю, что он для тебя значил. Это странно, она левой рукой бьет.
Ну ладно. Пластик? Углепластик! Как сказала, что я здесь? Я бы объяснила, но ты не поймешь. Ладно. Что это было? Я отметила у тебя на пульсе точку доступа в метасеть. Это значит, что ты можешь помочь мне расширить доступ в том районе. Все, как ты раньше делала. Нахера мне это? Без проблем. Я помогу. Спасибо, Фейт. Что-то много так заданий появилось, прям. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Засрать все бессмысленными гонками, которые все равно никто играть не будет. Не, ну я имею в виду большую часть людей. Понятно, что найдутся оголтелые фанаты, и они у каждой игры находятся, которые задрочатся тут до смерти. И есть еще найдутся те, кто просто все ачивки любит задрачивать. Ну, такое вот, короче говоря. Но обычные люди, которые в игры играют ради удовольствия, они вряд ли будут этим заниматься. Не знаю, лично мне, по крайней мере, эти гонки не очень. Так, ну что, нам нужно куда-то пойти, что-то сделать. Невероятное описание задания, но, в принципе, так можно писать любое. Уи-бэм! Что-то я вроде собирал здесь эти ништяки, а они все не собранные все. Как так-то? Не, ну опыт-то мне не помешает, я думаю. 20 из 50, нихера себе, на что вы вообще рассчитывали, что их все будут собирать? Хотя скорее рассчитывали на то, что их настолько много, что люди их в любом случае будут собирать. Хоть в каком-то количестве. Понятно, что скорее всего не все, ладно, что-то я отвлекся. Так. Что-то там освободить район. Зачем тебе район? Что ты собрался с ним делать? Подожди. Там с другой стороны есть ништячок. Блин, их тут так много здесь. Почему именно на стройке? Это же вроде как какие-то утечки сети. Почему их здесь-то так много? Музыка такая, Half-Life-овская. Блин, так хочется Half-Life перепройти теперь. Half-Life 2 я имею в виду. У меня, кстати, на канале так и нет его прохождения. Я все планировал дождаться выхода финальной версии Black Mesa с измерением Zen. И тогда уже сделать полное прохождение всех игр. Потому что первый Half-Life сейчас проходить... Ну, я проходил не так давно. С девушкой в коопе его играли, но он очень плохо работал тогда. Короче, так себе. Он уже очень сильно устарел. Время было к нему беспощадно. Half-Life 2 гораздо лучше сохранился. Так, что-то можно потянуть. Зачем, не знаю, но потянем. Ладно, хватит собирать эту дрень. Давайте. Вершина мира. Начать задание. Ребекка хочет прослушивать системы связи Крюгерсек, и ей нужна ваша помощь. Заберитесь на вершину самой высокой антенны в районе зонирования и установите там устройство Ребекки. Остерегайтесь патрулей Крюгерсек. А чё остерегаться, моим люлячек, отвешивай и всё. Я благодарна тебе за помощь, Фейт. Но можно обойтись и без шутовства. Ты о чем вообще? Какая-то у нас странная, блин. Что ты слишком много хочешь вообще? Баба. Я тебе помогаю и радуйся, блин. Помогаю. Добровольная, без принуждения и бескорыстно, вообще говоря. Я говорил с Изабель Крюгер. Интересная и запутавшаяся девушка. Искренне верит в конгломерат. Отец хорошо ее научил. Круто. Что я могу сказать? Да это, блин, сестра Фэй. По ее лицу видно, что она того же типажа. И плюс она кашляет. Это отсылка к тому, что она в детстве попала под воздействие какого-то отравляющего вещества. Точнее, там была какая-то шашка. Думаю, куда идти? Что-то понять не могу. А вот. Когда зрение не подсвечивает, уже глаз не замечает те элементы, которые не красные. Это такая не очень хорошая... Не очень хороший рефлекс, выработанный этой игрой. Знаете, собака Павлова. Ищу красные штуки. Да теперь-то оно мне зачем? Я уже достаточно высоко и без этого зрения забрался.
смотрю, ляки полетели. 100%. Да. Если верить Изабель, семьи желают нам всем только лучшего. Угу. И достигать его надо через личное развитие. Изабель искренне верит в вертикальную мобильность сотрудников. Я пыталась убедить ее, что все это мираж, искусно созданный, чтобы рабкаста оставалась на своем месте, а медкаста выслуживалась изо всех сил. Но она даже мысли не допускает, что конгломерат может дурачить сотрудников. Изабель Крюгер не понимает, что это дискредитируется тем самым идеалом личного развития. Ведь выигрыш одного здесь, по сути, проигрыш другого. А поскольку наше общество уже жестко стратифицировано, и проигрывать, и выигрывать будут всегда одни и те же. Я что-то даже сам не понял, что ты сказала. Да, ты хочешь, чтобы какая-то женщина с промытыми мозгами тебя поняла. Общество. Ой, ты не заткнешься, да? Вклад, и все будут равно цениться. Всеми говорят, что мы хотим возродить Амнистат. Но это не так. Единственный способ создать устойчивое общество — принять, что индивид всегда должен быть чем-то меньшим, чем коллектив. Не наоборот. О, у вас социализм! Невероятно! Те, кто не может принять эту базовую истину. И это всегда те самые люди, которым наиболее выгодна текущая система. Их надо уничтожать. Я аж наслушавшись твоих речей, покончу жизнь самоубийством, потому что уже слушать не могу тебя. Бесконечное потребление, к которому мы привыкли. Она все говорит, понимаете? Я уже умер. Она все еще говорит. Вот это я понимаю, упорная женщина. Ау. Видимо, я сделал что-то не то. Тихо. Да и поломать! Нихера себе, я повис. Только это мне ничего не даст. Я уже труп. Жаль, нельзя воспользоваться этим крюком Бэтмена. Бэм! Такая Фейт, ну задолбал ты. Ну что вообще? И так уже, блин. Серьезно? Ты меня сюда сохранила? Нет, это серьезно, да, игра? И как я отсюда должен выбраться, лол? Поднимись, говорит, наверх, чувак. Спасибо, но... Я стою на воздухе. Не, ну правда, я не могу отсюда выбраться, что делать? Я просто физически не могу выйти с этого места. Меня сохраняет, а туда же загружает, точнее. Да. Подстава. Что делать-то? Я серьезно, я не знаю, что мне сейчас сделать, чтобы игра меня переместила куда-нибудь в другое место. Потому что она меня зачем-то здесь сохранила, видимо, из-за бага какого-то. Все, я сюда попадаю, и мне единственная возможность умирать. Это прикольно. Можно начать задание сначала там, например, нет? Начать с контрольной точки. Ну, вряд ли это получится. Вряд ли это чем-то будет отличаться сейчас. Загрузить меня туда же. Нет, смотри, спасибо, игра. Хоть на этом спасибо. Это было не очень весело. Для Крюгера, видимо, особо извращенное удовольствие доставляет то, что это Изабель, дочь... как раз таки тех людей, которые ему противостояли. И он ей знатно промыл мозги, и она теперь всецело верит в его непогрешимость. Ты сейчас должна быть у здания с антенной. Найди путь наверх.
Спасибо, Кэп. Я вот не догадался. Я думал, мне вниз надо идти. Так, что у нас тут? Это труба, да? Ну, эй. Далеко падать. Что-то я много падаю сегодня. Или на эту трубу нет смысла забираться? Не знаю. Подожди. Я тебя в одно место пытаюсь поднять. Ты бежишь... Нет. А, смотри, залезла, но... Даст ли это что-то нам? Вот труба тоже есть. Оп. Я слушаю переговоры. Молодец. Там говорят о бегущем в районе зонирования. Брут. Кажется, Крюгерсек следит за тобой, Фейт. Будь осторожен. В смысле, как он за мной следит? Кто меня сдал? Устройство надо установить на самой вершине, Фейт. Кто-то из ваших, наверняка. Согласно моим источникам, там будет незащищенный передатчик-усилитель, к которому и можно подключиться. Да это что? Мать твою! Как она не сломалась-то, хрень. Я на вершине. Ставлю устройство. Пип! Сработало. Молодец, Фейт. Когда пойдешь вниз, берегись группы реагирования. Похоже, они ее выслали, когда заметили тебя. Я, конечно, все понимаю, но куда мне идти? По мне уже, тем не менее, стреляет. Как они смешно ломаются, я офигею. Получи. Принято ему. Ну что, поехали. Поехали, там еще какие-то мудаки. Получи. Ты поедешь со мной. Дядя. Или тетя. Хрен тебя разберет, я тебя потрогаю тебя, потрогаю. Какой... Куда, мужчина, вы куда? Блин. И этот сбежал. Спасибо. Это очень пригодится в нашей борьбе. Не стоит. Я просто разминалась. Интересно, каковы твои идеалы, Фейт? Что-то говорит мне, что ты веришь во все это больше, чем показываешь. Но что же для тебя главное? Ответа я не жду. Может быть, у тебя его и нет, но вопрос задать все равно было надо. Наши вопросы помогают нам постичь себя. Так говорила твоя мама. Я же говорю, она меня достала. Я просто не могу больше ее слушать и кончаю жизнь самоубийством. Так. Лады. Че это? Иди ты нахер. Углепластик. Ухо к земле. Хорошо, углепластик. Я иду к тебе. Хипона мать, как высоко-то. Пардон. Продолжим вроде как, я надеюсь, по крайней мере на это, потому что игра выдала нехватку памяти. И в последнее время мне это происходит все чаще, несмотря на то, что у меня... 16 гигов оперативки, в принципе, должно хватать всему, но нет. Хватает не всему и не всегда. Помогите пластик расширить доступ к метасети. Подключитесь ко всем точкам данных, пока Бранбауэр не отключил систему. А, опять это говно. Отлично. Первый есть. Продолжай. Я даже не знаю, какой маршрут-то выбрать. Скорее всего, я не успею. А как ее тут достать? Хер его знает, да? Здесь какого-то маршрута, может быть, и нет? А-а-а! То есть вот так вот, да? И как мне тебя достать? Серьезно? Ну, что я сделаю? Не получается. А, достал, смотри. Со второго раза. Давай повтор.
А, тупое, тупые миссии, просто тупоржилые, просто импотенция игрового дизайна, по-другому не назовешь. Называется, когда мы больше не можем придумать, чем еще занять игрока, пусть он бегает по точечкам, как дебил. Я помню, это еще в Assassin's Creed. Да ебать тебя в жопу, там полметра было падать. В Assassin's Creed еще были в первом, такие, сбеготня по флагам на время. Вот это была херня, так херня. Вот так вот, наверное, надо было, да? Она же быстро это не делает. О, на мать. Давай быстрее. Последняя хрень. Спасибо, ой, идиотия. Угу. Я кхал, я покрою весь мир. New City, вперед. Так, у нас есть апгрейд. Концентрация плюс мне очень интересно. А все не заткнется, там рассказывает мне, какая она крутая, но мне это не особо интересно. Так, снаряжение. Искаженный И. Власть! Вот что там проскрипело. Негрожопа. Почему туда? Неужели... А, там не пройти. Да. Ладно, что угрохал кучу времени на какую-то бессмыслицу. Никому не нужную. Что она там думает подключить? Ну, я думаю, гонит. Она просто хочет порнуху качать и все. Я уж думал, она не схватится. Какой-то странный прыжок был, короткий. Это ж нам нужно будет опять по сервакам лазить. Это мне, кстати, более-менее нравится, но... Разработчики игр имеют тенденцию к излишнему усложнению такого рода заданий, когда они уже перестают быть интересными, а становятся просто излишне зубодробительными. Я потратил какую-то херню, потому что я нажал не ту кнопку. Тащи! Как все ярко. Но мы пока... Что такое? Да, я понял, да. Без вас это вот пойму, что нужно забраться вот в контрольной точке и все. Без всяких там облетов камер. Здесь какой-то недостроенный этот центр, я смотрю. Нифига себе! Вот провода. Стекловое окно! О, лазеры опять пошли. Прикольное освещение такое изнутри. А, это было на время. Ясно. Ну, кто же знал. Никто ж не предупреждает об этом. Люди поражены искажателем. Они поражены. А, оно двигается туда-сюда, ясно. Я думал, оно все обратно вот задвигается на время просто. Музыка такая здесь масс-эффектовская немножко. И нафига я это сделал? А, ты что ты? Лишний пробел. И она делает вещи. Что-то я слишком много в этой серии падаю, прям невероятно. Ой, опять она это сделала. Сама. Но она сама делает это. Не знаю зачем. Уже подбешивает, если честно. Стоп.
стой на месте. Руки за голову. Все равно какие-то упоротые прыжки у нее. Она не может без того, чтобы не косячить. Очень нравится. Окейшки. Нам надо вот туда. Чтобы туда добраться, нужно пройти вот по этому мостику, я думаю. А, это на выход вообще. А нахуй черт ты меня сюда показывал тогда? Что-то не понимаю. Ой-ой-ой, я в какие-то дебри вообще забрался, недостроенные. Куда дальше-то? Там не похоже, чтобы можно было пройти. Где я вообще? Какие-то вообще закоулки забрался. Мне, по-моему, сюда нельзя было попасть никак. Ок. Ок-ок. Нет. А надо нам сюда. Довольно стало много путей, которым можно пройти здесь. Но вот вопрос в том, стоит ли она того? Остается открытым. Э, а чё это она не ухватилась? Вот надоедает. Что за труба висит? Она явно недостроен, этот центр. Видите, у нее даже там вот эти столбы не соединены. А мы уж сюда проникаем. Так он не работает же, наверное. Честно, не знаю, как я только что этот трюк выполнил. Он сам. Ой-ой, сколько ж тут всяких путей. Ура, я добрался. Пупи-пап. Выйти из узла. О, в трубу! Это весело. О-о-о-о, скорость дичайшая. Как бы не убиться сейчас, конечно. Отлично. Это было неплохо. Так, ушки. Смотрим, что мы еще можем здесь сделать. Где-то, говорят, антенну поставили возле вот прямо убежища. Может, ее можно того, этого? Взломать, но там обычно значок щита был. Я его здесь не вижу. Осталось, получается, одно задание только, да? Сюжетное. Станция Зефир, кстати говоря. Как бы нам побыстрее попасть сюда? Может, сюда телепортироваться? Это явно будет быстрее, чем пилхом. Дрон, пораженный искателем. Он поражен. Чувствую, скоро мы будем биться с дронами, поэтому я и качаю ветку взаимодействия.
с искусственным интеллектом. Заменил один на другой. Шняшки-шняшки собираем. Так, а можно быстрее? Уже опять сканирует меня. Ну, это старая добрая область, где мы уже миллиард раз, по-моему, бывали. Подожди, там что-то лежит. Миллиард раз-то, может, и бывали. А вот взять все не утрудились. Хочется просто уйти из города. Так иди. Жить в серых землях. Что-то типа того. Но я там, наверное, и дня не продержусь. Че это? Не думаешь, что там так все плохо? Никто не объясняет, кстати, что такое серые земли. Подозреваю, что это... После... Люди поняли, что происходит. Все эти исчезновения, смерти. Я думаю, многие сотрудники в глубине души знают, но отказываются признавать. Если интересует, то рядом есть подхват посылки. Иди нахер. Подхват посылки. Вот, серые земли, видимо, это какие-то безжизненные области на поверхности земли, где уже ничего нет. А может быть, это просто корпоративное вранье, и там просто-напросто сельская жизнь какая-нибудь. Ходят слухи, что ты теперь с черным ноябрем. Выбирать особо не пришлось, да? Я даже не обратил внимания. В последнюю секунду только сообразил, что это враги. Дочь самого Крюгера? Смелый ход. Странно, что рыбак ее не убила. Вижу. Так, мне нужен ты. Ты. Мудятина. Правильно стреляй в своего. Я тебя стрельну. Да я же делаю вот это вот, которое. Не делается. Ладно. Кто там меня еще любит? Бэм! Кто-то херь с силовым кулаком. Такая бредятина, если честно. Ой, это что такое? Я ее сломал? Все, ну теперь сломал точно. Или можно было отключить здесь? А почему я должен скрываться? Я не хочу скрываться. Мне довольно весело на самом деле. Они могли ясно. Охрану антенны. Так, чтоб ты знала. Кэп! Я уже в курсе, что они ее усилили. Да нахер мне это говно. Ой, чё это? А, это экран. Что это такое? Киноти, ни хера не видно. Так, не сюда. Серьезно? А. Ломай! На бошку себе уронил. Куда ты? Вот инвалидина. Выключи, пожалуйста, это говно. Спасибо. Лови своего друга. Это так весело. Эй, иди нахер. Повыключит говно, чтобы она у нас не стреляла. Ну дайте ей уйти. Ну. Бэм! Не отдыхай, родной. Вертолет влетает в меня, да? Это что было сейчас? Ок. Лови! Быстро они ее поставили. Я думаю, они ее так же быстро и заново поставят. Куда бежать? Куда бежать? Куда бежать? Игра, как обычно, в своем репертуаре. Никогда не подсказывает, куда бежать, когда это нужно. Никогда. Слово вообще. Да нахер мне бежать? Не хочу бежать, я хочу их убивать.
зачем было падать, я без понятия. Потому что инвалидка, наверное. Так, кто тут базарит? В смысле, как они там оказались? Куда? Куда? Я нажимаю Alt, мне ничего не показывает. Да хер с тобой, ладно, сам убегу. Обычно она просто показывала, куда бежать, чтобы быстрее скрыться от всех. Сейчас что-то не хочет. Я даже не вижу, где выход-то. Я слепой, видимо, да? Но выхода тупо не вижу. Наверх сюда? Да нет, не похоже. Слышишь, чё? Веди огонь где-нибудь там, у себя дома. Сюда можно? Нет, смотрите, я не могу понять, куда идти. Я... А, вон, наверх, в обратно в окно. О, очень интересно. Как они смешно убиваются об всякие тумбочки. Зачем ты это сделала? Дрон приближается. А зрение бегущего тупо нам ничего не показывает. Потому что... Нахера? Ха! Это я неплохо прилетел в тебя. Сломайся. Ой, я даже не знаю, что это было. Так, где-то дрон летает. Я хочу его уничтожить. Он меня раздражает. Тем более, я хочу попробовать новую фичу. Где-то он там, короче, наверху. Не может меня поймать. Ты не можешь поймать меня. Стрел кого-то там начинаешь. Вот мрази. Что ты сделала? Что-то сегодня она не в настроении явно. Столько падений за одну серию. Причем в таких местах, где, казалось бы, ну что проблема-то? Ой, грузись быстрее, и обесишь ты меня. Серьезно? С этого момента... Спрячься в убежище, Гарри. Спрячься в убежище, все остальное меня не волнует, короче. Объект не сдается. Сука, бабушке своей в лицо стреляй, упырь. Думал, не успею. Запутался в кнопочках. Слезь нахер с лестницы. Ладно, хоть так теперь мы успешно бежим, а то вообще было непонятно, куда идти. Игра обычно просто показывала, вот, когда мы взрывали антенну, говорит, беги туда, чувак. Я такой, ну ок, бегу туда, а тут она что-то забила, вообще хер. Глядел и сам что хочешь, меня не волнует. Ксек. Насколько я знаю, слухи о смерти Ноя были сильно преувеличены.
Что? Что? Утвердить не могу. Если он жив, Крюгерсек, вероятно, послали его в серые земли. Но сомневаюсь. Я уверен, что такая находчивая девушка, как ты, без труда узнает, где его держат. Я думаю, они его обменять хотят на Элизабет. А когда ты закончишь со своими делами, я буду готов договориться насчет чертежа. Ой, что-то меня подбесило сегодня. Все происходящее, если честно, куча корявости была с моей стороны, со стороны игры. Ладно. Блин, куча значков, а по сути делать здесь просто нечего, потому что... Просто нечего. Потому что все это говно. Неинтересное, скучное и унылое. Ладно, в следующей серии пойдем заниматься спасением Догана. На сегодня все. С вами был Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите смотреть еще. Всем пока.